15 лет тому назад. Да, будешь помнить. Да, у меня такая память осталась. А во время чтения этой молитвы, этой книги, всем слушателям раздают уникальные вещи, которые на еврейском языке переводятся как «грагерс». «Грагерс» — это трещотка. Почему? Сейчас я объясню. Вот такая, видите, посмотрите. Вот такая трещотка. Это современное изделие, но оно сделано точно по лекалам. Ну, так, чтобы не соврать, 2500 лет тому назад. Для чего она нужна? Раздают всем верующим, кто слушает. А кому не хватило, тот надеется на свои ноги. Потому что, когда читает Магилат Эстер, при произнесении самого главного врага еврейского народа, которого зовут Аман, люди начинают трещать и топать ногами, так сказать, прогоняют его, как бы выгоняют. Вот. Вот это вот такая вот вещь. Я ее храню уже тоже много-много лет. Вот. Я даже не помню, кто мне ее подарил, но во всяком случае вот такие они. И я вам должен сказать, что в Америке мы же с вами живем в благословенной стране. Когда вы зайдете накануне Пурима, когда вы зайдете в любой пари-стор, вы увидите, там прямо у кассы стоят целые такие ящики и всякие эти граггерс, какие вы хотите, вы можете взять, купить и пользоваться и так далее. Ну что ж, все уже собрались, да? Я думаю, что мы можем уже начинать.